пусто в карманах. Есть много хороших игрушек и очень просторно в травматологических палатах. Снова будет осень, снова будет лето. Я снова буду разговаривать об этом. Падают на велосипедах дети, а ты в мешок, а рыба в сети. В мире есть много хороших игрушек. В мире есть много прикольных зверюшек. В мире есть много чего я не понимаю. С удовольствием послал бы в баню. Мнения разные, мнения сложные. Есть мнение, что диагноз ложный, что все в мире ништяк. Но почему же тогда он все так же смеется, когда плачет она? Тихо набирает обороты ветер. В моих рукавах я иду по планете с рюкзаком за спиной. В нем кусок хлеба и до светлого завтра мне никакого нет дела. В мире есть много хороших игрушек. В мире есть много прикольных игрушек. В мире есть много чего я не понимаю. На пол списки песен. И однажды, то есть, ну, там несколько раз были всякие смешные истории, когда, например, вместо списка песен, например, в ППХ, значит, в гримерке хватаешь листочек, выносишь, кладешь его, потом начинаешь концерт, ну, ты как смотришь, так, а там не список песен, там какие-то рисуночки, каракулечки. Ну, нормально. Вот. Или там, например, Федор Михайлович, техник наш, он в последнее время там мы уже не успеваем, что-то там делаем, а он пишет списки. И он, значит, пишет, ну, всякие разные названия там, ну там, например, маму, он там может написать мутор. Или там вместо брата там пишет там брателло, там брателло рэпер или что-нибудь в этом роде. Такие всякие названия странные, то есть там 3 килограмма крыс там. И вот это очень смешно каждый раз, вот доходит до какой-то песни, там все так смотрит такой, и все начинает, и так переглядывается, начинает ржать, потому что написано всякое смешное. За вином и музыкой проходит быстро жизнь моя, и летают бабочки на стаканом водки. Светофор мигает глазом своим обкуренным зрачком, и меняет цвет пешком, а шпалом на юга. Та-да-да-да-да-да-да-да. Пешком по шпалом на юга. Та-да-да-да-да-да-да. Пешком по шпалом на юга. Солнце, море, воздух, пиво, водка, девки. В школе урок атеизма. Весь класс сидит, значит, соответственно, учительница говорит: так, дети, сейчас все встаем, смотрим на небо и громко-громко говорим: Бога нет! Бога нет! Но весь класс встает, начинает, значит, соответственно, значит, вверх кричать: Бога нет! Тут ученица смотрит, что один еврейский мальчик Изи стоит и молчит. Говорит: в чем дело? А что ты молчишь? И такой: ну, если там никого нет, зачем же кричать-то? А если там кто-то есть, зачем портить отношения? В клипе, который мы снимали, одна песня «Больше сыграю», был, конечно, самый смешной момент, где я рассказывал, что мы сняли в аренду трамвай просто на 3 часа за 200 рублей. Два часа, ну что-то в этом роде, и был час пик, да. Мы ехали на этом трамвае, а народу куча, значит, стояла. Ну, тогда еще так столько машин не было у населения, поэтому многие ездили на общественный виде транспорт. И полные остановки людей стояли, которые ждали трамвая, чтобы поехать с работы домой. И мы вот этот час пик, значит, проезжаем. Проезжаем этот трамвай, в котором люди висят, значит, на поручнях, вниз головой. То есть такие, какие-то люди с камерами бегают там.
Ну и всякая такая шиза творится. Было очень смешно. И просто видишь, когда такую толпу людей, там человек 100 стоит на остановке, такие все. И на следующей стойке повторяются то же самое. Было очень прикольно. И даже можно заметить, что в половине клипа снег есть, а в другом половине клипа снега нет. Потому что мы доснимали потом. Мы не успели доснять клип в нормальную погоду, уже пошел снег, началась зима, и поэтому в клипе очень странно такое все. То лето, то зима. Мимо окон чужих, сам не свой. Ветер в шею по льду. Ключ от двери золотой. Напьюсь, сяду в вагон и поеду в поезд далеко. И кто-то так же смотрит на мир в свое окно и не может вспомнить. История была с песней «Джедай», вот сейчас, да. Мы ее отдали, вот кусочек уже на наше радио. Мы реально песню записали всю, свели в Финляндии, отправили на мастеринг. Получились в Финляндии такие, такие послушали, такие, говно. Пошли делать дальше. И опять занялись ею делать дальше. Потому что ну реально фигня получилась. То есть она будет изменена? Ну, по... То есть то, что вы сыграли, она такая? По звуку. Нет, вот как мы ее играем, она будет такой. Но по звуку, как вот мы ее записали, она получилась фигней. Мы сменили сейчас гитары, на других гитарах переписали ее там с другим звуком, электронику и так далее. Ну, смысл ее не изменился. Но звук получился реально фиговый. Поэтому не стали ее переделывать. По струе воды лет оно. Горелся смех, серый мех, кошки могили, сжег огонь изнутри, не спи, вокзальные огни не станут ждать. И все сейчас потерял. Название песни потому, что я написал ее, когда в парке встретил художника одного, который осень был, парк. Сам. И он стоял, был Мольберт, нарисовал картину. Мне издалека очень понравилась манера, как он это делал. Он так, ну как в кино. Отходил такой. А, и смотрел туда. А там был парк, там деревья. И я думаю, ну я сейчас подойду. Я долго наблюдал так со стороны, мне так нравилось, как он так делал. Думаю, ну надо посмотреть, что он нарисовал. Ну, там лес осенний, все такое.
Я подошел, а там такое. То есть так просто такой краск, вот там пидорясы, что-то такое, ну полная абстракция. И тогда я все понял. Молодец. То есть пейзаж рисовал, чувак. Но совершенно по-своему, своим языком. То есть вот он вот так это все видит. Вообще круто. И я тогда понял, вот настоящий язык ассоциации. То есть вот как во сне. Кошка пледы смотрит на крыши чуть выше и рисует узоры проводом вниз, где бегают мыши, и что-то обычно кидает из окна ее лай собак. Все тише и тише. Кошка пледы шмурится хитро, и точит когти на прутья, где-то родные заборки и шипение старой конфорки. Это весна, и снова рыбы полна река. И может даже лучше, что не знает она, что не доживет до утра. Кошек в клетке нет дела до птиц, ни голубей, ни синиц не тронет она никогда. Всегда умыта, согрета, цвета, и никогда голодного дня не будет света. Кошку в клетку поймали петлей, а завтра ее на убой снесут те самые руки, что кормили ее, горели в мороз и так усердно спасали от скуки. Может даже лучше, что не знает она, что не доживет до утра. Любые люди и сейчас Христа повесят, если он появится. И повесит его самое главное. Те, кто, казалось бы, да, следует его словам и тщательно их отстаивает. А знаешь почему? Потому что пройдет то же самое, что произошло тогда. Он принес новое. Они повесили Христа, потому что они цеплялись за свои старые догмы и правила, а он пришел их разрушить. Он принес им новое знание, которое не соответствовало тому, о чем они думали, да? О чем, что они приняли. Это было несозвучно с их знанием, да, там, с их верой. И они сказали, ты пришел разрушить порядок, и мы тебя повесим. Они его повесили. Сейчас придет человек, который, например, вот допустим, да, такой же Христос, который скажет, ребята, то есть есть вот другие, то есть более новые версии, да, вы выросли, поэтому есть более для вас знание, да, приемлемое, новое, которое говорит вот об этом. И они его опять же повесят. Те же самые люди, которые так бегали и кричали «Христос, славься! Христос, вели!», они его снова повесят. Потому что они сейчас следуют этим ортодоксальным словам. Они защищают свое стадо, свою изгородь. Они боятся свободы, они боятся настоящей любви и боятся Бога. Они хранят свою безмятежность. Они боятся. Из страха они снова повесят Христа. Снова. И снова появятся последователи следующего Христа, которые опять будут говорить, Христос велик, опять построят церкви, опять будут как бы ходить и так далее. И все называют себя христианами, и эти христиане повесят следующего Христа. Понимаешь? Потому что каждый Христос будет приносить новое. Всегда. Те, кто его защищают, его снова повесят. Круг повторится. Ну так же и в политике, в принципе. Безусловно. Конечно. Конечно. Это всегда все в мире, да. Всегда люди вешали тех, кто приносил новое. В науку, в медицину, в религию. Всегда. Все, кто приносил настоящий свет и знания, всех на костер, к стенке, расстрел, на виселицу, на крест. Всегда. Потому что они боятся. Да, они боятся. Просто люди боятся нового. Вот и все. Мало того, это новое, эти люди приносят им реально как бы знание, которое их спасет. Они спасители. Они их вешают раз за разом. И будут вешать всегда. Устраняют. Устраняют, да. Либо умные люди сами устраняются. И там такие, да и чё, что в какой-то момент они говорят, да пошли вы в задницу, вот я построю себе ашрам в Индии. Кто захочет, тот приедет. Рядом не сидел никто.
тут и я останусь один. Прости меня, королева снов. Тебя в этот раз опытно бензин. Согосновать, дышать, не думать о разе, не слушать свой мотив. И снова догнать людей за обид. Чтобы прожить этот день, мечтать, что мой приход будет для меня как пожизненный брод. Летать на твой свет, а до конца моих лет. Вот тогда и плевать на дождь, а свет.